Привет, меня зовут Лара Шум. Сегодня я покажу одно очень хорошее действенное упражнение для тех людей, у кого внутри есть обида или чувство вины. Это упражнение реально работает. Дело в том, что актерское мастерство строится на двух китах. Это от внутреннего к внешнему, господин Станиславский, и Михаил Чехов. Это работа через тело. Сейчас очень много тренингов как раз в двух направлениях работает. Или по Чехову, или по Станиславскому. То есть, если Чабок, она в основном берет методику Станиславского, но есть тренинги, которые берут именно как раз работу через тело. То, что я сегодня буду показывать, на самом деле я узнала на тренингах по актерскому мастерству и сама на себе проработала. Итак, если у вас живет большая обида, она обычно живет вот здесь, вот в районе желудка, и тогда у человека получаются зажимы в плечах. Если у вас есть какие-то зажимы, то в таком случае их надо убирать. Почему? Потому что кровь по телу не циркулирует. Она вот в этих местах, где зажимы, она как раз скапливается. Это немножко не есть хорошо. И в голову, соответственно, меньше попадает кровь. Ну что ж, что мы делаем с нашей обидой и с нашим чувством вины, когда вы обижены на человека? Может быть, даже это мама, может быть, даже это какая-то обида с далекого детства, или вы недавно расстались с молодым человеком, то тогда идите в лес. Идите в лес, где вас никто не будет видеть, там, где нет народа. Конечно, вы можете это сделать упражнение дома, но такого эффекта у вас не получится, потому что вы будете кричать, вы будете плакать, вы все из себя просто-напросто вытащите. Что мы делаем? В актерском мастерстве есть такое понятие, как предлагаемые обстоятельства. Представим себе, что сейчас война, вокруг вас много фашистов, и вы на руках держите своего ребенка, которого вы не хотите отдать немцам, а они у вас его забирают, и вы понимаете прекрасно, что они его заберут, и вы ничего сделать с этим не можете. Но, как каждая мать, вы будете держать этого ребенка до последнего. Возьмите, найдите какое-нибудь дерево, где есть бревно или коряга, которое вы будете держать. Вот это будет ваш ребенок, за которого вы будете держаться. Эффект работы с предлагаемыми обстоятельствами, он будет намного сильнее. Вы, конечно, можете прийти в лес, и если вы не актер, и у вас слабо развито воображение и фантазия, вы можете просто взяться вот за это бревно, просто тянуть до последнего, не отдавать, самое главное. Сколько у вас есть сил, столько вы это тянете и держите. Но если у вас будет в руках ребенок, то вы в таком случае, когда опустите, все-таки у вас не хватит сил до конца держать это бревно, этого ребенка, и у вас его все-таки фашисты забирают, вы получите больше эффект в плане того, что у вас не будет больше вины. Когда вы будете держать, вы можете кричать, потому что вас никто не услышит. Можете реально бороться за этого ребенка, и слезы, и сопли, и слюни, и все. Просто берете и вот так держите это бревно и никуда его не отпускаете, а потом просто заревете. Я не буду сейчас, конечно, делать это упражнение, потому что его все-таки надо делать один на один. Это ваша работа с вашим телом, это ваша работа с вашим внутренним я. Но поверьте мне, если вы сделаете это упражнение, то вам будет во много раз легче. Эта обида, это чувство вины, оно уйдет. Желательно делать это упражнение не один раз, потому что эта обида жила в вас очень долго. Проделайте это несколько раз, и вы реально почувствуете облегчение. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Подписывайтесь на мой канал, если это видео было полезно. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, если вы сделаете это упражнение. Я вам дам обратную связь, обязательно напишу, поддержу. Рассказывайте своим друзьям, вдруг это видео кому-то будет очень-очень полезно. Ну что ж, всем хорошего дня, и избавляйтесь от обид, избавляйтесь от чувства вины, потому что вы будете освобождать свое тело от зажимов. А это очень важно.